Раки, приветствую вас. Давайте посмотрим ваш расклад на январь месяц. Что вас ожидает? И первая карта, мои дорогие раки, для вас – это карта двойка мечей. Закрытие каких-то ситуаций, вы можете вот в начале января месяца вы закрываете какие-то ваши ситуации, можете вы закрываете с каких-то людей. Здесь можно сказать то, что вы должны вот в январь уже как бы закрываться от каких-то людей, от каких-то ситуаций, но здесь не то, что от всех нужно закрываться. Конечно, здесь нужно что-то убрать из вашей жизни, но не то, что нужно все уйти и все ни с кем не разговаривать. Давайте посмотрим следующая карта, что это касается закрыться. А почему закрывать? Вот закрывать, как говорится, старое и обновиться заново. Здесь у вас должно вот именно в начале месяца января у вас идет обнуление. Здесь может то, что вы закрыли каких-то ваших старых долгов, старых каких-то отношений, старые каких-то, ушли от какой-то старой работы, и у вас январь месяца идет вот обнуление, обновление, у вас идет что-то новое. Здесь даже то, что вы, может быть, знаете, здесь как легкомысленно вот может быть то, что вы не знаете, вот, что вас ожидает в будущем. Но здесь самое главное то, что вы делаете шаги вперед, вы меняете, вы хотите вот эти перемены в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие, на начало месяца. Восьмерка пентаклей. А восьмерка пентаклей может говорить то, что у вас здесь может быть вопросы какие-то рабочие, здесь может быть вопросы какие-то финансы. И здесь то, что может быть в прошлом вы закрыли какие-то долги, и у вас идет обнуление. Из-за чего? Потому что вы работали, вы не бросали, может, какие-то моменты, то, что даже были сложности. Почему? Потому что вы мастер, вы знаете даже через трудности, даже то, что свое время не получаете все сразу и быстро. Вы, самое главное, работали над этим, то, чтобы у вас это обнуление и получилось. Давайте посмотрим следующая карта на середину месяца, что вам говорят высшие силы. Это паж кубка. Вот в середине января получать удовольствие от всего, что вас окружает. Если кто-то вас приглашает на какой-то праздник, здесь нужно идти, потому что здесь нужно, может, какой-то отдых. Здесь можно какой-то праздник для того, чтобы вы наполняли свою энергию. Вы наполнялись сами как человек, чтобы вы вот после того, что вы закрыли что-то в вашей жизни, вот у вас должно быть вот новая энергия, новые какие-то мысли, идеи. Вот у вас может какие-то новые предложения по поводу работы, по поводу... здесь как будто здесь у вас именно в начале вот у вас может это возможность то, чтобы закрыть. А вот середина у вас вот идет именно, может, кто-то здесь новые отношения, вот здесь может кто-то встретит кого-то нового, но это будет как, знаете, вот когда встречаете первый раз вашу любовь, здесь тоже можно об этом говориться. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Пятерка кубков. Здесь смотрите аккуратно, потому что здесь может быть то, что обнуление. Почему? Потому что здесь может касаться какие-то вопросы с близкими людьми. Здесь может быть по родовой линии, здесь может быть с отцом, может быть с вашим мужем. Здесь может быть, даже может быть то, что для некоторых после каких-то расставаний, после каких-то боли, то, что у вас происходило в жизни, здесь идет то, что у вас идет новое. Здесь как будто, знаете, здесь может быть примирение какое-то есть, вот то, что вот касается, то, что вы начинаете что-то новое в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта, мои дорогие. Но здесь будьте аккуратны, потому что здесь может быть еще вот какие-то вопросы будут вот в середине, вот именно вот с вашими родными, братья, сестры, мамы, папы, здесь какие-то вопросы могут быть. Следующая карта, мои дорогие, для вас, это паж мечей. Бороться за свою правду, бороться за свое. Здесь не нужно вот бороться, вот здесь может быть то, что вы боретесь, помочь каким-то родным, там кто-то, не нужно это делать. Здесь нужно больше о себе думать. Здесь
картой, как бы как подсказка для вас говорит, нужно больше думать о себе, потому что, конечно, нужно кому-то помочь, но здесь нужно понимать, стоит помочь человеку или не стоит, потому что здесь можете то, что вы хотите бороться для кого-то, а можете вы сами себя потеряете, вот у вас что-то произойдет, какие-то изменения, может, здесь по финансам, поэтому здесь и говорится тоже то, что вы хотите помощь дать именно по финансам, вот это, а здесь у вас как бы потом могут быть какие-то спорные дела, какие-то спорные вот эти моменты вот именно с родными. Будьте аккуратны вот именно в середине. Давайте посмотрим следующая карта для вас на конец месяца. Двойка пентаклей. Контролируйте свои финансы. Контролируйте ваши финансы, куда вы их отдаете. Здесь вот именно в январь месяце, здесь я бы вам как совет, чтобы никому в долг не отдали. Потому что здесь, если вы что-то сделаете, здесь может вот именно в будущем, вот в февраль месяце у вас могут появиться какие-то проблемы по финансам. Будьте здесь аккуратны, потому что здесь у вас очень, как знаете, расклад как подсказки, то, чтобы вы не попали вот именно под потом в будущее то, что вы могут не вернуть вот эти финансы вам. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Пятерка пентаклей. Уходите. Если вы понимаете, что человек может даже то, что вы не помогли именно финансово, обижаться, уходите от таких людей. Почему? Потому что ничему хорошему, ничему не дается это. Если вы понимаете, что люди обижаются из-за того, что вы это не помогли, и здесь люди закрываются и уходят, это, вы должны понимать, все, что делается, делается к лучшему. Даже если это наши родные, даже если это какие-то друзья, там, знакомые, здесь уход, пускай человек, если решил уходить, то, что вы ему не помогли, пускай уходит. Потому что здесь, знаете, вот карта показывает то, что для вас, вот, чтобы в будущем не были вот эти проблемы, вот именно спорные дела, вот именно с родными. Давайте посмотрим, что вам высшие силы совет, какой совет вам дают на январь месяце. Карта шестерка кубков. Почему у вас такие спорные здесь могут быть вот дела? Потому что здесь может быть из вашего прошлого, вот я поэтому говорю, братья, сестры, там, родные могут попросить у вас долг. Здесь нужно, как совет, убирать и закрываться от таких ситуаций. Здесь не нужно вот то, что кто-то может на жалость, то, чтобы вы помогли. Нет, сохраняйте себя, сохраняйте ваши финансы, сохраняйте ваше состояние. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube канале, переходим в Instagram, там будут больше расклада о финансах.